Меня зовут Анна Иванова. Наша компания ЗАО «МФ Тариф» расположена в городе Санкт-Петербург. И на форуме мы демонстрируем решение систему контроля оплаты проезда в общественном транспорте. Наша система уже внедрена в Санкт-Петербурге. Около 1500 автобусов оборудованы данной стационарной системой. Остальные считыватели на данный момент используются ручные. То есть у нас кондуктор имеет вот такой вот считыватель, и пассажир, когда заходит в транспортное средство, он предъявляет карту. На данном форуме мы особый упор делаем на возможность приема к оплате проезда электронных билетов на различных платформах. Один основной и наиболее распространенный – это обычная бесконтактная смарт-карта. Данный носитель – это носитель MyFare Plus, наиболее перспективный – это новый продукт на рынке. Когда мы прикладываем его в автобусе, можно продолжать? Да-да-да, просто иногда люди хотят пройти, угу. Когда мы прикладываем? Сейчас, минутку, я тогда сменю рейс. Давайте попробуем. Да не, нормально, я уже нажала. Вкратце, система представлена здесь. Когда пассажир заходит в автобус, он к ближайшему считывателю, расположенному на поручне, прикладывает данную карту. Загорается зеленая стрелочка, что означает, что данная карта принята к оплате. Он может также посмотреть, сколько списано средств и остаток на своей карте. Вообще полный комплекс представляет из себя считыватели. Их количество зависит от размеров автобусов. Обычно это 5 или 6 считывателей, консоль водителя и бортовой компьютер. Также здесь мы демонстрируем возможность приема к оплате проезда NFC-телефона. Вот здесь мы видим Nokia. В ней встроена NFC, здесь нет никаких наклеек. Она также принимается к оплате. Можно это вырезать? Да вот этот, да. Да, хорошо. Про телефон, да, начиная заново. Значит, здесь мы демонстрируем решение встроенного NFC в телефоне. То есть здесь нет никаких дополнительных устройств. Это встроенный NFC, и он также принимается к оплате проезда. То есть пассажир, владелец телефона может пополнить билет, не заходя ни в кассу, ни в интернет, а просто обратившись к приложению, загруженному в данный телефон. И это наш совместный проект с технологиями процессинга, которые отвечают за саму платежную транзакцию. Наше же оборудование позволяет принимать данное устройство в общественном транспорте.